Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про закон об ответственном обращении с животными. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. В конце 2018 года Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Главными целями этого документа стали регулирование отношений в области обращения с животными в целях защиты последних, а также укрепление нравственности и соблюдение принципов гуманности при обращении с животными. Важно отметить, что положение данного федерального закона не касается охраны и использования животного мира, не регулирует отношения в области рыболовства, аквакультуры, охоты и использования сельскохозяйственных и лабораторных животных. Закон об ответственном обращении с животными состоит из 27 статей и затрагивает самые разные сферы. Так, к примеру, статья номер 11 посвящена защите животных от жестокого обращения. В статье номер 16 рассматривается деятельность приютов для животных, а в статье номер 12 запрещается пропаганда жестокого обращения с животными. В законе перечислены основные принципы обращения с животными. Среди них отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания, ответственность человека за судьбу животного, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным. Также в документе приведены общие требования к содержанию питомцев, их владельцами. К ним, в частности, отнесли обеспечение надлежащего ухода за животным и своевременного оказания ему ветеринарной помощи, принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животного. Особое внимание в законе уделено правилам выгула с домашними животными. Так, например, владельцу нельзя допускать выгул животного в неразрешенных мест, необходимо обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности питомца в местах общего пользования и исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги. Также важно отметить, что согласно закону выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка не допускается. Большинство пунктов закона об ответственном обращении с животными вступили в силу уже в этом году, но есть положения, которые начнут действовать только в начале 2020 года. Среди последних – организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, организация общественного контроля в области обращения с животными, конфискация диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи с нарушением требований, установленных законом. О других интересных фактах, связанных с братьями нашими меньшими, вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!